Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Баран узнает о Тургу, подходит к нему и хватает за воротник, спрашивая, кто твой хозяин. Сабиха звонит Дилану, чтобы узнать, что он знает о Тургуте. Дилан напуган, обеспокоен и не знает, что делать, когда звонит телефон. Госпожа Азади пригласила гостей на ужин. Человек, пришедший на ужин, заставит Барана и Дилана чувствовать себя неловко. Пока Дилан ласкала и любила Барана, пока он спал, Баран поймал ее. Он тут же отстраняется, думая, что я проверяю его температуру. Когда Баран спрашивает, здесь ли он, Дилан удивляется и говорит, что... Затем он снова подходит к Брани и целует ее в лоб под предлогом проверки ее температуры. Дюль заявляет, что Дилан упорно борется за Барана. После поцелуя Баран говорит Дилану, что не нужно столько внимания. На этот раз Дилан подмигивает, не расстраиваясь, и говорит, у нас есть сделка. Пока Гуль наводит порядок в комнате Ферата и Дерия, Дерия пытается дать Гулю пощечину, называя ее наглой из-за чего-то, что произошло между Дерией и Гулем. Тем временем приходит Ферат и ловит руку Дерия в воздухе. Баран держит Дилана за руку и спрашивает, есть два Дилана, какой из них настоящий? Это Дилан дрожит, когда мне больно. Или это Дилан, который месяцами притворялся, что причиняет мне боль? Он говорит, что решит эту проблему. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.